Всем привет, меня зовут Барышева Юлия. Меня Алексюк Мария. Меня Скворцова Дарья, и мы тренеры студии танца на пилоне Let's Fly. В этом видео мы рассмотрим три связки ноября для продвинутого уровня. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и давайте начинать разбор. Обратите внимание, что для того, чтобы перейти из русского шпагата в такой зацеп, как у меня в связке, руки нужно поставить по-другому. Нижнюю ручку ставим выворотным хватом. Скорее всего, с этой связкой у вас трудностей не возникнет. Но я поделюсь с вами сейчас одним небольшим лайфхаком, как зайти в шпагат под локоть. Когда вы заходите на распорку и беретесь под локоть, ногу выводите не прямо, потому что если вы сильно подведете таз к пилону, у вас пропадет хват под локтем. Выведите ее через бабочку. У вас могут возникнуть сложности с тем, как раскрутить пилон. Для начала можно попробовать это сделать из обычного флага, а потом уже из флага прямым хватом. Для этого нам нужно сделать шаг и замах в ту сторону, в которую мы будем раскручиваться. Также можно попробовать в другую сторону. Это были три связки продвинутого уровня. Отмечайте, какая понравилась больше всего в комментариях, отрабатывайте ее на тренировках. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик и всем пока!